Привет, привет! Привет, привет! Так, ну и что, а? Что у нас? Хэллоуин начался. А тебе не страшно? На Хэллоуин повылазит всякая нечисть, всякие мумии. О, а у тебя волшебные перчатки? Да. И что в этих волшебных перчатках? Ты владеешь любым оружием? Правда? Я буду... И ты не боишься никого? Нет. Серьезно? А потом я буду... Вот так. Вот что. А кроме... еще неплохо завладеть любым оружием. Монс, кто это был? Я даже не поняла. Кто это был? Монстр какой-то. И он сразу убежал. А какой у него ужасный. Ой, это что? Это такой топорик у него? Это лучи. Кошмар. Слушай, надо срочно приручить этого монстра. По-моему, он все-таки добрый. Как ты думаешь? Да? Надо срочно освоить какое-то оружие, помимо этого топорика. Я вот идет наш монстр. Специальное оружие. Atomic Power Paper. Тут 60 шариков, 30 шариков красных и 30 шариков голубых. И два револьвера Поппера. Что ж, мы будем разбирать? Две хлопушки. Да? Ну что, будем тренироваться? А как тебе показался монстр? По-моему, он вполне дружелюбный и добрый, да? Я добрый монстр, я не злой. И я хочу вам помочь теперь владеть новым оружием и научиться из него стрелять. Это новое, совершенно новое оружие, которое можно применить против монстров. Называется оно Atomic Power Popper. Это у нас большие прекрасные пистолеты разного цвета и разного цвета шарики, которые заряжаются в собственный цвета пистолеты. Да, вот такое вот у нас новое атомное оружие. Atomic Power Popper. Мы будем попадать... Хлопушка. Попадать шариками в монстров, и они будут рассыпаться. Нам да? Это очень подходит. Будем открывать? Мы же собираемся на трик-о-тритинг, да? На Хэллоуин. А вдруг нам попадутся монстры, мы тут же отстреляемся вот этими шариками легонькими. Каким хочет Карина стрелять пистолетом? Какого какая цвета? Страсть, мордасть. Каринка? Так, Карина, выбирай. Выбирай цвет. Какой пистолет будет у тебя? Синий, да? Хорошо. Нет, розовый, красный. Розовый, красненький, вот этот. У Карины любимый цвет розовый. Хорошо. Так, и наш монстр... Очень любезно помогает нам. Так, Карина, расскажи, ты собираешься на трик-о-тритинг? Да. Да? Да. А не боишься? Там будет много всяких монстров. Твой пистолет для тебя. Да. Этот пистолет будет для меня. О, какой револьвер. Шикарный. Я еще и сам не знаю, как она стреляет. Мы сейчас будем учиться. Да, мы еще не знаем, как это все стреляет, но мы научимся. А вон там, вон для обучалки есть мишени. У нас сегодня передняя превращена в стрельбище, в тир. Папа, мне так не тяжело. Тебе не тяжело его держать? Ну, вообще отлично. Ты такой куколкой нарядилась? Да. Теперь у меня тоже есть пистолет, с которым я буду уничтожать все. Как здорово! Ой, давай пробуем. Берем наш пистолет. Какие-то... Как же у нас будет он стрелять? Будем разбираться. Опа! Карина, будь внимательна. Придется отстреливаться от монстров. Я дам вам револьвер. Мы зарядили? Три уже. Сколько, интересно, туда входит зарядов? Четыре. Считаем, Карин. Пять. Шесть. Семь. Это восемь. Это не мешай.
9, 10. Как же у нас не стреляют? Партия. Отрикошетила от окна и попала в меня. Оператора убьете. Куда бегчи? Это теперь твое ружье, и нам нужно научиться его заряжать. Давай мы будем теперь заряжать его. Как мы будем его заряжать? Мы должны взять шарик и запихнуть его внутрь. Пробуй. Нет. Конечно, давай, пробуй. Это будет твое ружье. Такой мягенький. Мягенький, давай. Но монстров это все равно разобьет в дребезги. И туда его, вот раз туда, засой. Вот так, хорошо. Следующий шарик, давай. Запихивай, молодец. Вот, следующий шарик у нас пошел. 3, 4, 5. Считай, Карина. 6, 7, 8, 9. Шестьдесят шариков у нас в наборе. А в стволе 10 зарядов. Держи. Так, держи. Только не в меня. Пока еще не делал ничего. Мы сейчас будем по мишеням. Теперь дедушка, добрый монстр, зарядит свое ружье. Я друг. Да, ты друг, да. Помогай ему. Я друг, я помочь хочу. Любимая Каренина фраза. Выставляй. Вот и последний шарик у нас пошел, 10. 10. Теперь мы пойдем в наш специальный тир. Постарайся попасть либо в верхний ящичек, либо в дырочку нижнего ящичка. Как мы стреляем, как мы учились? Как мы должны, что сделать? Карина, смотри. Нужный год. Ух ты, почти. Я не могу. Подожди, мы же тебе показали. Давай, держи вот. Вот и все, давай. Дави на него. Бей по нему. Ну, бери, я попробую выстрелить. Опа, попала в стыку, молодец. Карина попала в тыкву. Да. Да, представь себе, что это монстр. Есть. Дедушка попал внутрь. Дедушка попал в коробочку. А я не попала. У тебя еще есть там есть патроны? Давай. Почти попала. Они ну, почти. Что, снова будем заряжать. Ну, я думаю, если монстрик покрупнее, то он уже должен рассыпаться. Нам же должен еще один патрон там есть. Давай. О. 5 штук попало. Молодец. А еще заряжаем быстренько. Быстро заряжаем наше ружье. Заряжаем быстро. Давай, да сама заряжай. Сама, я буду синенькие заряжать себе. А ты заряжай свои красненькие. О, они теперь перезаряжаются. Давай. Какой у них тут прекрасный арсенал. Ну что ж, давай снова. Так давай. Вы что, зарядились снова? Опа, вы одновременно, что ли, стреляете? Нет. О, почти по коробке. Ух ты, мощно. Ух ты. Ну вы сильные. Запасы. Заряжать будем снова, давай. У нас еще есть шарики. Давай, заряжаем быстренько. Что у нас там еще есть с тобой? Да, дружественный монстр. В нашем арсенале достаем.
Дружественный монстр учит Карину стрелять из поппера. Потом. Мы это сейчас сюда достаем. Ну что, Карина, ты уже овладела методикой стрельбы из помпового ружья? Так, стреляем сжатым воздухом. Нравится? Привет! Как успехи? Не стреляйте в оператора, он снимает, как умеет. О, шикарно! Так вы шикарин, шикарно стреляешь! Снаряды летят близко к цели. Карина такая бравая амазонка. О, попала, смотри, Карина у нас. Молодец, класс. Попала. Куда она, в коробку попала? В верхнюю коробку, в белую, в самую трудную коробку. Бог мой. В самую трудную коробку умудрилась попасть, молодец. Really? Это Каринин мячик, он красный. Карина стреляет красными, Карина попадает. Карина ловко орудует. Тренировка не проходит даром. Карина уже очень ловко управляется с оружием помповым. Карина даже быстрее меня уже заряжает ружьем. Видите, как она быстро уже справляется с зарядом. Револьвер. Молодец. Поппер. Она уже справилась, она готова. Снова стрелять. Карин, ты настоящая амазонка. Так, ну-ка попадите. Ну круто, ну круто. Монстры рассыпаются, монстры в рассыпную. Прекрасный выстрел. Так, ну-ка. Ух ты, классно, ты попала в тыкву. Карина, посмотри на нас. Как тебе? Наш монстрик, привет! Спасибо тебе, монстрик, мы тебя любим! Попадай давай, мишень, целься еще. Отлично, там шарик у нас. О, отлично. Все получилось. Да. Круто. Скажем пока, а мы будем дальше тренироваться. Давай скажем пока, наши зрители. Пока.